Почему вы решили учиться за границей? На четвертом курсе работал в логистике и понял, что мне хочется заниматься этим и дальше. И я понял, что в Германии лучшее обучение логистике в мире. И я поэтому уехал в Германию учиться в магистратуру. Как выбирали университет? Я обратился в агентство «Карандаш» с запросом supply chain, логистика, эти специальности. И они предложили мне Якобс университет, который мне показался интересным. Мы довольно быстро подали туда документы, довольно быстро получили ответ, и я уехал туда учиться. За сколько начали готовиться к поступлению? На самом деле у меня был довольно быстрый процесс, потому что я решил зимой. И уже через пару месяцев мы сдавали IELTS и подавали документы. И вот уже через пару месяцев я получил ответ, что меня приняли, и в сентябре начал учиться. С какими столкнулись сложностями? Я бы не сказал, что сам процесс был сложным, процесс вступления. И даже я бы сказал, что первые месяцы обучения не были сложными. Когда сдавали IELTS, на какой балл? По-моему, мой средний балл был 7,5. Полезные советы тем, кто готовится к сдаче теста IELTS. IELTS надо сдавать, надо просто подготовиться к тесту. То есть там играет не такую большую роль именно знание языка, хотя, конечно же, играет, но большую роль играет именно подготовка к самому тесту, знание, как отвечать на вопросы, как писать сочинения и вот эти как вещи. Вы учитесь со стипендией? Стипендия не стипендия, я получил грант, который покрывал половину стоимости обучения. Сколько вы платите за учебу? 10 тысяч в год с учетом того, что половину мне покрыл. Сколько стоит проживание и питание в стране? Конечно же, зависит от разных составляющих, где вы живете и прочее. Я жил в студенческом общежитии, я платил 350 евро в месяц. По-моему, в теории в 500 евро в месяц можно влезть, но очень постаравшись. Нравится ли вам университет? Университет классный. Он находится в интересном городе Бремене на севере Германии. Сам университет довольно такого, как это, закрытого, не закрытого даже типа, а вот он как загородный. Получается ли работать во время учебы? У меня была стажировка во втором семестре первого курса. Я работал в стартапе как working student. И еще я был ассистентом преподавателя. Что можете посоветовать будущим студентам? Верить в свои силы, слушать себя, чего хочешь ты действительно, и не бояться, потому что все в этом мире достижимо, если приложить достаточное количество усилий.